Первый этап борьбы с комарами в столице Алтайского края прошел в первой половине июня. Тогда специалисты обработали большую часть общественных пространств города – парки, скверы, аллеи. Однако дезинсекцию решено проводить и дальше. Следующая обработка начнется 29 июня и продолжится до 15 июля. Интервал зависит от жизненного цикла комаров. Жизненный цикл их составляет от 10 до 14 дней. Соответственно, в этот период мы должны провести вторичную обработку для того, чтобы минимизировать их появление. Сотрудники организации, которая занимается дезинсекцией, утверждают, что все препараты, которыми будут обрабатывать территории, безвредны для людей. К тому же, во избежание неудобств, специалисты проведут опрыскивание в утренние и вечерние часы. Обрабатывать будут ручным и механизированным способом. Ручным идет локальная обработка территорий, то есть внутри общественных территорий, вдоль зеленых зон. И механизированная – это вдоль проезжей части и пешеходных частей. Свободными от кровососущих насекомых станут Нагорный юбилейный парк, Ленинградская аллея, проспект Ленина, Мемориал Славы, всего 15 общественных пространств и еще 11 прибрежных территорий. Дарья Ярушина, «День с толком».